Людмила Чешская, крестная дочь святого равноапостольного Мефодия, стала первой славянской святой мученицей и почитается как покровительница бабушек, христианских воспитателей и учителей. Благодаря ее мудрости, в то время, когда вся богемия находилась под сильным влиянием Римской церкви, святая Людмила смогла сохранить в Чехии церковное богослужение на славянском языке. Святая Людмила, ведя благочестивую жизнь, неустанно трудясь над распространением христианской веры, явила достойный пример своему внуку Вацлаву, который, несмотря на языческое окружение и влияние своей матери Драгомиры, вернул Чехию на путь христианского просвещения и перенес останки святой Людмилы после ее мученической кончины на Пражский град. Впоследствии князь Вацлав сам принял венец мученичества.